Привет, Ян. Привет. Классная машина. Спасибо. А почему такой цвет? Люблю черный цвет. А менять не планируешь? Пока нет, она новая. Поняла. Слушай, а хочешь чай? Больше кофе люблю. Ну, извини, у нас только чай. Спасибо. Пожалуйста. А какое у тебя расписание на сегодня? Пару встреч, вечером в кино. А сколько ты с нами пробудешь? Думаю, пару часиков. А о чем ты подумала, когда проснулась? О том, что не выспалась. Я тоже. Слушай, а у тебя была зарядка утром? Еще нет. А давай присядем 5 раз. Давайте. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Слушай, у наших бойцов там вверху разминка. Посмотрим? С удовольствием. Класс. Яночка, ты наш сегодня супергерой. А какая твоя суперспособность? Я вообще-то плаваю быстрее всех в мире. Слушай, а как ты думаешь, как часто нужно тренироваться охранником, чтобы быть в форме? Думаю, примерно же столько, сколько и спортсменам. А тебе нравятся накачанные мужчины? Конечно! А мужчине главное ум или улыбка? И то, и другое, и чистая обувь. Ух ты! Можешь сравнить нормативы олимпийской чемпионки и сотрудника охранной фирмы? Думаю, они примерно одинаковые. Вечный вопрос, что лучше, физическая охрана или техническая? Думаю, физическая. Самая важная награда в спорте? Олимпийская медаль. А самая важная награда в жизни? Рождение ребенка. Яна, чего не знают о тебе твои подписчики? О том, что я больше люблю собак, чем кошек. Ну хорошо, что не людей. Опыт и безопасность. Объедини два этих слова. Опыт безопасности. А что для тебя, как для олимпийской чемпионки, значит скорость? Скорость – это победа. Яна, на машине гоняешь? Скорость люблю, но не гоняю. А не задумывалась о покупке электромобиля? Только о покупке электросамоката. А где ты чувствуешь себя в безопасности? Дома. Хотела бы иметь дома робота-помощника? Почему бы нет? Варил бы мне борщ. Класс! А что обычно спрашиваешь у Сири? Как-то мы с ней не подружились. Как часто в твоей жизни были случаи грабежа квартиры? Пару раз было. И как ты об этом узнавала? От соседей. Яна, а что ты боишься потерять? Совесть. А что для тебя безопасность рабочего места? Качественная сигнализация. Установка и подключение сигнализации на протяжении суток – это для тебя оперативная услуга? Думаю, да. А что важнее в охране – сила, ум или техническая подготовка? Скорость реакции. Огромное количество охраняемых объектов – это преимущество? Большая ответственность. Круглосуточный мониторинг тревог – миф или реальность? Надеюсь, что реальность. Яна, привет. Привет. Слушай, а приходилось ли тебе перевозить крупные суммы денег? Не было страшно? Не приходилось. А медали ж ты перевозила? Как это было? Было дело, все прошло хорошо. Слушай, а ты умеешь стрелять, Ян? Умею и люблю. А ты знаешь, что у охраны нет огнестрельного оружия? Не знала. Как ты к этому относишься? Удивлена. За безопасность нужно платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Ты согласна? Согласна. А знаешь, чьи это слова? Нет, чьи. Уинстон Черчилль. Ты готова платить за то, чтобы жить в безопасности? Готова. А сколько бы ты заплатила за это? Столько, чтобы чувствовать себя в безопасности. Слушай, а ты любишь сладкое, а? Очень. И какой твой любимый десерт? 3 молока. Ну тогда держи. Спасибо. Пробуй. Ну как, вкусно? Очень. Расскажи самый глупый анекдот. Откуда взялось прозвище «Золотая рыбка»? Журналисты прозвали. А ты хотела бы на минуту вернуться в детство? Очень. Слушай, ну рыбки у меня, конечно, не нашлось, а вот уточка есть. Держи. Ну что, подпишешь? Давай. Держи. Mm-hmm.